ДТП на городском кладбище. Мотоциклист не справился с управлением, упал с мопеда, ударился головой о железное ограждение и потерял сознание. Был обнаружен работниками кладбища, вызвали скорую помощь, доставили в больницу. И через двое суток он скончался, не приходя в сознание. За жизнь еще одного саровчанина врачи по-прежнему борются. Мужчина выходил из своего подъезда и получил от неизвестного удар по голове тяжелым предметом, после чего потерял сознание. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело. В раскрытии другого преступления полицейские поставили точку. Саровчанин отдал своей знакомой банковскую кредитную карту, на которой лежало более 300 тысяч рублей. Дама просила в долг определенную небольшую сумму, но в итоге обнулила счет своего знакомого. Она сняла все деньги, которые были на карточке. Данная гражданка была вызвана сюда в управление по ЗАТО Саров. В ходе беседы она написала явку с повинной о том, что совершил данное деяние. По-прежнему популярны у воришек велосипеды. Очередного железного коня похитили от подъезда на улице Шверника. Сотрудниками патрульно-постовой службы по горячим следам был задержан житель города Сарова, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Велосипед был при нем изъят. Гражданин был доставлен в управление. Стражи порядка напоминают, что лучший способ защитить свой велосипед – пристегивать его специальными велозамками и не оставлять без присмотра. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.